Алло. Алло, Влад, ты сколько можешь... Да ёб твою мать! Ты уважаешь, что ли, надо? Да, блядь, я, блядь, обосрал, блядь. Я перданул, блядь, я обосрал свои эти шорты, нахуй. Да и похуй, блядь, ты взял бы эти шорты, да и на ебэй выставил, типа, обосранные шорты, да, проверил. Короче, блядь, и пришлось мне их от говна еще немножко оттереть, блядь, и бросить в стирку, нахуй. И потом еще жопу подмыть, блядь, и все это заняло время, блядь. Вот, сейчас теперь надо что-то найти другое, чтобы одеть, блядь. Такая хуйня. Вот все из-за бухла, блядь. Бухло слабит, типа расслабляет, блядь. Во всех смыслах этого слова, ебать. Знаешь, что люди пишут? Да мне похуй, что они пишут. Они пишут, блядь, будут меня обсирать. Пошли нахуй все. Сейчас я оденусь. Я выйду, одену штаны, что ли, блядь. Заебал эту лабораторию. Ой, блядь. Сейчас, подожди, я кое-что, палочку делаю.